Конюхов в ближайшие дни уже будет в Мурманске, но есть люди, которые работают в высоких широтах постоянно. 1 августа первому специализированному подразделению Вооруженных сил России, предназначенному для несения службы в Арктике, исполнилось 10 лет. Формирование 99-й тактической группы Северного флота началось в 2014 году, основной задачей которой была служба на острове Котельной архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых. В настоящее время там функционирует уникальная военная база «Северный клевер». Подразделение защищает самые дальние рубежи страны. Вот и юбилей они отметили, не отвлекаясь от рабочей обстановки. Личный состав действует в соответствии с планами боевой подготовки и готовится принять участие в учении с арктической группировкой флота, которая пройдет в начале осени.